Будем жить по зимнему времени. Вся страна перевела стрелки на час назад. Иваново не стало исключением. Минувшее воскресенье сотрудники почтамта ждали, как сработает часовой механизм, отвечающий за правильное время на башенных часах. Все прошло по плану. Стрелки часов автоматически совершили круг в обратную сторону. Часы, конечно, капризный механизм. Все-таки механический. Это только исполнительный механизм электронный. И требует обслуживания. Раз в месяц проводится осмотр, смазка механической части. Башня на здании главпочтамта была настроена не сразу, а лишь в 1957 году. Проект предусматривал шпиль, но к тому времени сталинский ампир был не в моде, и его признали лишним. Внутри здания, в главном зале, установлены зодиакальные часы. Они вместе с башенными работают в связке. Ими управляет исполнительный механизм, расположенный в подвальном помещении. Сначала он был маятниковым, потом электромеханическим, а теперь электронный. Точность времени определяется радиомаяками. Сотрудники почтамта уверяют, в здании живет привидение, которое следит за порядком и, возможно, присматривает за часами. Охранник мне периодически докладывает, что да, кто-то приходит, ходит, слышит шаги. Ну, как в любых старых зданиях, связанных с мистикой, тем более оно имеет корни от часовни, расположенной здесь. По некоторым данным, история часов на почтамте древнее, чем кажется. Первые городские часы украшали колокольню, расположенную на месте современной площади Революции. В годы советской власти колокольня была разрушена, часовой механизм сохранен и впоследствии помещен на здании почтамта. Сейчас эти часы являются одним из символов нашего города. И мы, безусловно, этим горды. Астрономические часы, приобретенные Дмитрием Бурельным, еще одно уникальное изобретение, которым может похвастаться наш город. В воскресенье сотрудники краеведческого музея также перевели стрелки на час назад. Из многочисленных циферблатов сейчас работает только один, который показывает местное время. Отремонтировать остальные механизмы пока не получается. Изготовитель астрономических часов Андрей Белите уничтожил чертежи этого сложнейшего механизма, чтобы они не попались на глаза конкурентам. Часы восстанавливали на протяжении некоторого времени. И в советский период профессор Лотовский в годы войны восстанавливал. Но, к сожалению, часы очень сложнейший механизм. Надо было заводить 25 пружин и не просто заводить, но и осуществлять, говоря современным языком, мониторинг. К сожалению, часовщика подобного уровня пока не удается найти. Точность астрономических часов весьма велика. Требуется заводить их один раз в неделю. Они почти не дают погрешности. Сотрудники музея верят, что когда-нибудь найдут мастеров нужной квалификации. Мы надеемся на то, что нам удастся найти мастера. Может быть, нам помогут либо французские, либо швейцарские часовщики и помогут отладить и запустить уникальный механизм, в том числе и движение планет в астрономической части этого механизма. Не забыли сотрудники музея перевести стрелки на башенных часах, украшающих здание краеведческого музея. В этом году им исполняется 100 лет. С 2010 года за механизмом бережно ухаживает инженер Александр Самойлов. По его словам, юбиляр, несмотря на солидный возраст, чувствует себя прекрасно. Конечно, первое время как-то и побаивался, и все, так ли все это дело будет происходить. Но директор меня успокоила. Говорит, не расстраивайтесь, все получится. Смазываем мы эти часы раз в квартал. Специально у нас там смазочка не замерзающая, которая удерживает температуру минус 50 градусов. Раз в квартал мы смазываем все механизмы у часов. Подводим, если когда у нас неточное время, как вы видали, уже там ключик у нас специальный. Его подводим, и часы у нас ходят. Перевод стрелок – процесс несложный. Главное – не спешить и делать все аккуратно. В первую очередь останавливают маятник. Затем ослабляют натяжную гайку и переводят стрелки. За эту ось мы держим. И затем у нас ключик с вами тут 22 на 24. Так, подтягиваем эту гаечку. А тут обратная резьба. И мы ее аккуратненько закрепляем. Так, все. Закрепили. Так, вся процедура у нас практически с вами произошла. Ранее башенные часы были установлены на корпусе фабрики Дмитрия Бурылина. Это нынешний 5-й корпус ИВГУ. В 1898 году там произошел взрыв парового котла, случился пожар, но часы не пострадали. Когда стал вопрос о том, какие же часы будут установлены на здании музея промышленности, Дмитрий Геннадьевич вел переписку
и с предпринимателями, как говорят современным языком, из Риги, Якшем, но тогда эта поставка не состоялась, и Дмитрий Геннадьевич Бурелин устанавливает вот эти часы, которые у него сохранились со времен существования фабрики. Совсем недавно сотрудникам музея удалось доподлинно узнать, кем были изготовлены эти часы. На маятнике изображена сова, которая держит в лапах шестеренку, и нанесены буквы. По аббревиатуре удалось определить, что механизм сделан на часовой фабрике Иоганна Фридриха Виули в немецком городе Бокенем. У Виули отличались тем часы, что он использовал при шестеренках бронзовые сплавы и особые формы зубчиков и их размеры. Этим он старался снизить трение, и именно Иоганну Фридриху Виули удалось выпустить башенные часы, которые надо было заводить один раз в неделю. Конкуренты, к сожалению, пока этого не могли добиться. В холодное время года работы у Александра Самойлова прибавляется. Нужно не только регулярно подводить часы, но и по мере необходимости очищать циферблаты стрелки от снега. Недопустимо, чтобы зима заморозила время на механизме, прослужившем исправно целый век. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.